прыгнуть выше, сделать сальто и удачно приземлиться. Вкратце так можно описать довольно травмоопасную спортивную дисциплину. Чемпионат по прыжкам на батуте и двойном мини-трампе провели в Магадане. 80 мальчишек и девчонок прошли суровый отбор. Мы сталкиваемся с такой проблемой у ребят, как боязнь высоты. Потому что на батуте приходится прыгать высоко, не все это могут преодолеть в себе, поэтому остаются самые смелые. В секцию детей набирают с 6 лет. Начинающие батутисты занимаются 3 раза в неделю по 1,5 часа. Первый месяц к прыжкам не допускают. Опытные спортсмены от тренировок отдыхают только по воскресеньям. У меня мечта получить разряд мастера спорта. Чтобы меня все уважали, я мог выезжать на разные соревнования. В число участников соревнований вошли ребята, которые занимаются в отделении не первый год. Те, кто справится с нормативами, получат разряды от первого юношеского до первого взрослого, а также возможность попасть в сборную города и участвовать в соревнованиях «Золотая Колыма». По итогам 2 дней чемпионата первый взрослый разряд получили Никита Половцев и Семен Мардамшин. Областной турнир «Золотая Колыма» пройдет 20 и 21 апреля. Затем сборная региона выступит в Комсомольске на Амуре на первенстве Дальнего Востока.